Конкурс «Дети читают стихи». Константин Сычев, 6 лет. Сергей Есенин. Стихотворение «Стоит такое». В этот лес завороженный, по пушинкам серебра, я с винтовкой зарвонной на охоту шел вчера. По дорожке чистой, гладкой, я прошел, не наследил. Кто ж катался здесь украдкой, кто здесь падал и ходил. Подойду, взгляну поближе, хрупкий снег изломан весь. Здесь вот когти, дальше лыжи. Кто-то странно бегал здесь. Как бы твердо знал я тайну, заколдованным лесчан, я узнал бы хоть случайно, кто ж здесь бродит по ночам. Из-за елки высокой посмотрел я на кругу, кто глубокий свет далекий оставляет на снегу. Костя, а почему тебе это стихотворение понравилось? Потому что оно такое загадочное. Следы все такое неинтересное, кто это там был, что там происходило. Это как это стихотворение такое интересное. Спасибо за ответ.